Молодая ученая из Казани выиграла грант от Российского фонда фундаментальных исследований. Дарья Шуртукова, 25-летняя аспирантка Института физики Казанского федерального университета, получила на свое диссертационное исследование 1 200 000 рублей. Темой ее диссертации стал расчет спектров электронного парамагнитного резонанса из первых принципов в кристаллах фосфата кальция. Для исследования этих синтетических фосфатов кальция может использоваться метод электронного парамагнитного резонанса. Но вопрос остается, куда в структуре сели эти ионы или сели эти комплексы. На данный момент синтетические фосфаты кальция активно используются в медицине. На их основе изготавливаются импланты для ортопедии и стоматологии. Однако, по мнению экспертов, сейчас они не слишком эффективные. Исследования Дарьи в дальнейшем помогут создать импланты, которые будут лучше приживаться в организме человека. Фундаментальное, можно сказать, знание, которое в дальнейшем уже можно будет применять для исследований дальнейших. Вообще я занимаюсь изучением фосфатов кальция. Эти вещества используются для... Ну, например, для покрытия костных имплантов для лучшей приживаемости. Но во время их синтеза, когда их получают, могут возникнуть нехорошие примеси, которые нужно как-то вычислять. Как заявила девушка, деньги от гранта будут потрачены на дальнейшие исследования, закупку необходимых материалов и финансирование конференций. Работа над диссертацией началась еще после ее прихода в лабораторию на третьем курсе института. Сейчас исследования продолжаются, и впереди еще долгий путь опытов и экспериментов. Много предстоит расчетов. Расчеты длятся достаточно долго, то есть несколько дней, неделю. Это занимает один расчет, соответственно, таких расчетов еще много. Вот, постепенно они делаются, как-то я их анализирую, смотрю, как там надо поменять, что сделать. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.